Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донскова, и сегодня я вам расскажу про самые чудесные новинки из каталога Oriflame номер 10. И как раз эти новинки участвуют в акции, в которой вы сможете получить подарки. Итак, рассказываю поподробнее. Вышла новая серия, она называется Feel Good. И в этой серии включает в себя 4 геля для душа с натуральными эфирными маслами и 2 аромата. И у нас как раз сегодня представлено 3 геля. Один chill out. Этот гель у нас с лавандой и кедр. То есть он такой успокаивающий, расслабляющий. Конечно, такое средство лучше всего применять. Какое время? Конечно же, перед сном, чтобы сон был более сладкий и мягкий. Итак, хочется его быстрее понюхать, как он пахнет. Ой, аккуратненько открываю. Кстати, удобная очень форма, то что не нужно откручивать крышку, а именно открыл крышку, выдавил сколько нужно геля и закрыл. Итак, аромат. Ну, конечно, да, лаванда преобладает, очень яркий. Я обожаю аромат лаванды, даже часто покупаю масло лаванды, и дома у меня так оно прижилось очень удачненько. Да. Очень вкусный, посмотрим его на вид. По-моему, это просто прозрачная капля. Да, просто прозрачный, такой концентрированный, густой гель. Второй, Loved Up, у нас идет со сливой. Если посмотреть, здесь у нас слива, такой цветочно-восточно-фруктовый, пряный. То есть, кто любит такие сладенькие ароматы. Ну, кстати, он не приторный, он очень вкусный. Аромат сливы, он как будто бы аромат из детства у меня ассоциируется с киселем. Не знаю почему, может быть, у меня родители варили кисель такой сливовый. Обалденно вкусно пахнет. И, кстати, я на эту серию сразу засмотрелась. И к этой серии у нас есть аромат Loved Up. Он тоже с такими же нотами. Аромат приходит запечатанный в пленке. Пленку я уже сорвала, кстати, первая. Красивая коробочка и флакон. Обычный флакончик. С одной стороны идет надпись, с другой стороны у нас просто взрыв фантазии цвета. По объему здесь 50 миллилитров должно быть. Да, 50 миллилитров, то есть стандартный такой флакончик. И мне очень понравилась цена в каталоге 399 рублей. Со скидкой это будет всего лишь 320 рублей. Целый аромат. И хочется его подегустировать более так. Немножечко вот так вот я его делаю. Какой вкусный. Аж слюнки сразу потекли, хотя я не голодная, я только что пообедала совсем недавно. Очень приятный аромат. И мне, кстати, нравится эта тенденция, что летом выходят какие-то вот такие дерзкие ароматы, ситуационные, именно вот для лета, для жары, для того, чтобы сделать ярче свой день. И этот аромат, конечно же, просто обольстительный, я бы так его назвала. Давайте их поставим так рядышком с гелем. И есть у нас еще один аромат Be Happy. Be Happy у нас с апельсином. Сейчас здесь какой-то очаровательный сорт апельсина, куркума, красный апельсин. Вот что интересно. Be Happy тоже такой классный флакон. Кстати, 200 миллилитров – это приличный объем. Надолго хватит. И хочется распробовать этот дерзкий аромат. Но я здесь чувствую просто сладкий, спелый апельсин. Очень вкусно. И это, конечно же, обязательно будет мой выбор. А в принципе, я уже решила, что я закажу все 4 геля, потому что они мне нравятся. И у нас не представлен один гель. И аромат это Wake Up. К сожалению, его нет возможности понюхать из оригинала, хотя я всегда, когда есть возможность, всегда нюхаю из оригинала, чтобы прочувствовать все нотки аромата, потому что не всегда от страницы можно почувствовать до конца, насколько этот аромат хороший или нет. Но вот он мне тоже очень нравится, и как заявлено, что аромат унисекс, то есть им могут пользоваться и мужчины, и женщины, особенно летом в жару он будет очень актуален, потому что здесь у нас мята и
цитрусовые. Листья мяты, цитрус, юдзу и мускус. То есть такой вот и сексуальный, и в то же время бодрящий, и манящий аромат. И хочется, в общем-то, все. И что важно? Важно вам сделать следующее действие. Приобрести себе любой аромат и любой гель для душа. Сделать фотографию с одним из продуктов, например, с гелем или с ароматом, выложить в Инстаграм, указать там хэштег, конкретно прямо из каталога перепечатайте «Создай настроение с Oriflame» без пробелов, просто одной слитной строчкой, и в комментариях напишите секрет своего прекрасного самочувствия. И, возможно, вы станете обладателем одного из подарков, которые у нас представлены на страничке 5 каталога. В общем-то, всегда приятно получать подарки. Я вам всем желаю успеха, классного, чувственного настроения, позитивного. Ставьте лайк, если видео полезное. И до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. С вами была Лилия Донскова.